Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Многих из вас интересует вопрос покупки ювелирных украшений. Украшений из серебра и из золота в Турции, а непосредственно в Алании. И сегодня мы с вами идем в магазин Ишик, который находится в самом центре Алании на Пятничном базаре. Прямо напротив обувного магазина Роя Кундура вы увидите магазин Ишик, в котором продаются ювелирные украшения из золота, серебра с драгоценными полудрагоценными камнями по очень приемлемым ценам. Поэтому, будучи в Алании, приходите, смотрите, меряйте и также приносите свои собственные дизайны, если вы хотите сделать какое-то интересное, необычное украшение. Merhabalar, hoş geldiniz. Benim adım Ömer. Mağazamıza hoş geldiniz. Когда вы покупаете украшения из золота, это украшения из серебра или из каких-то других драгоценных металлов, вы хотите приобрести оригинальное украшение, чтобы в металле не было никаких примесей и так далее. Поэтому сейчас нам расскажут о том, что такое проба, какая бывает проба на золотых серебряных украшениях и где ее смотреть. Саптığımız ürünlerin hepsinde içlerinde kendi mühürü var. 925 yazar. Gümüştür bunlar. %92'si gümüş, geri kalan da paladyum ve diğer malzemelerdir. Altınlarda ise yine aynı kendi yaptığımız ürünler, hazır ürünlerimiz var. Burada kendi mühürü var 585. Yani 10-585 eşdeğer 14 ayardır. Bunların da altın %58.5'inde has altın vardır. Geri kalan da diğer karışımlardır. Burada gümüş olup olmadığını anlamak için birçok firmalar insanlık halidir, unutabilirler. Çok fazla üretim yaptığından dolayı. Bu şu anlama gelmiyor, mühür yoksa sahte gümüş de bir anlama gelmiyor. Emin olmalar adına bizim mesela kendi atölyemiz var burada. Bizim de öyle bir yetkimiz var. Mühürünü basarız ve bunun da arkasında dururuz vermiş olduğumuz ürünlerin. Biz bunların müşterilere garantilerini veriyoruz. Sattığımız her ürünün arkasındayız. Sertifikalarını veriyoruz. Sattığımız mallarda müşteri her türlü gelip. Самый главный вопрос, когда вы приобретаете серебро, золото или какие-то металлы, это вопрос в том, чтобы приобрести действительно качественный товар, а не подделку. Так вот, во многих магазинах, которые занимаются продажей ювелирной продукции, есть также мастерские, где они могут проверить не только подлинность своего товара и доказать вам, что товар подлинный, а также подлинность товара, который вы приобрели в каком-то другом магазине. Поэтому, чтобы узнать, действительно ли вы покупаете настоящее золото или серебро, или какой-то другой металл, настоящие ли это бриллианты, или это цирконий, или какие-то другие камни, вы можете все это проверить именно в том магазине, в котором вы приобретаете, или в любой другой мастерской. Поэтому не стесняйтесь, всегда спрашивайте документы и всегда просите у продавцов, чтобы они вам показали не только сертификаты на товар, а если вы сомневаетесь, то и протестировали непосредственно тот металл именно теми химикатами, которые у них есть. Возможность это сделать есть во многих мастерских. И действительно доказали вам, что металл настоящий. Gümüşün fiyatı şöyle, alırken biraz yüksek alıyor insanlar, dolayısıyla içinde işçilik olduğundan. Ama madde olarak, ham madde olarak piyasa çok olduğundan satış yaparken herhangi bir kâr zararlı oluyor tabii ki de. Gümüşün işçiliği pahalıdır, insanlar ağırlık ona veriyor. Bayanlar için bilekliklerimiz, çeşitlerimiz bunlar. Daha binlercesi. Bunlar sadece göstermeli. Bunlar yine küpeler. Altın kaplamalı, beyaz altın kaplamalı, kırmızı altın kaplamalı. Bunlar da yine bayan yüzükleri. Böyle. İnci kolye modellerimiz. Bunlar alyans modellerimiz. Daha yüzlercesi bunlar sadece göstermelik olduğu için. Bunlar da bayan yüzüğü, amatist, kuars, sitrin,
özel el yapımı, mine işçilikli. Bunlar pırlanta, gümüş ürünler. Alanya'da hiçbir mağazada yok. Test de yapabiliriz şöyle. Bu pırlanta test cihazı. Böyle cama tuttuğunuz zaman ötmez, bip bip yapmaz. Ucu pırlantaya temas ettiği zaman bip bip diye ses çıkaracak. Böyle. Bunlar sertifikalı ürünler. Pırlanta olduğu için. Kendine özel hisseden müşterilerimiz için. Bunlar sultanet gruplar. Çok gündemde olan bir taş. Özel beyaz altın kaplamalı. Bunlar yine turkuaz, opal. Gümüşün doğal rengi budur. Üzerine beyaz altın kaplama yapılıyor. İkisinin arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Bunlar kolay kolay kararma yapmaz. Bu doğal olduğu için. Bunlar terden, çamaşır suyundan, bazı kimyasallardan kararma yapabilir. Ama bunlar da sık sık o şeye rastlanmaz. Bu kaplamasız olanlar da rastlanabilir. Bunlar garantili, kaliteli ürünler. Mesela gümüşün gramı en düşük olarak bu ağır ürünler. Bunlar 2 dolar civarından başlıyor. 2 dolar 1 gramı. El işi bunlar, özel üretim. Örneğin bu tarz ürünler, bunlar tabi biraz işçilikli olduğu için, mükemmel bir işçilikte, altın işçiliğinde yapıldığı için bunların fiyatı 7 ile 15 dolar arası değişiyor. Sultanitler de yine 5 dolardan 10 dolara kadar değişiyor sultanitlerin gramı. Bunlar hediyelik gümüş kolyelerimiz. Kırmızı altın kaplamalı, beyaz altın kaplamalı, sarı altın kaplamalı yine. Özel yapım ürünler. Kolyelerimiz 25 dolardan başlamakta, 50 dolar arasında değişiyor kademe kademe. El işi yaptığımız için burada atölyemizde kendimiz özel de üretebiliyoruz. Müşterinin isteği doğrultusunda nasıl bir model istediğini bize anlatıyor. Biz aynısını kendisine yapıyoruz. Bunlar yine çok gündemde olan sultanit modellerimiz. Rusların en çok tercih ettiği modeller. 70 dolardan başlamakta, ağırlığına göre ağırlık arttıkça fiyatı da artmaktadır. 120 dolar aralığında değişiyor. Bunlar da Serdar Usta'nın değerli ellerinde özenle hazırlanmakta isimli kolyelerimiz. Burada kendi modelimiz var mesela, bunu kimse de göremez. Bizim kendi mağazamıza ait. Bunlar yine güncel modeller. Müşterinin yine isteği doğrultusunda istediği gibi imal etmekteyiz. Fiyatları da bunların 30 dolar, 50 dolar, 40 dolar. Aynı değişmekte. В этом магазине есть очень интересные изделия. Это серебро с бриллиантами. Bunları her parmağa göre büyütme, küçültme yapabiliyoruz atölyemizde. Şunu deneyebilirsiniz. Bu size daha çok yakışır. Bakalım. Вот такие вот интересные изделия. Вот такая вот в виде пружинки. Модель. Есть совершенно разнообразные модели, например, с сердечком, с цветочками, с какие-то современные, минималистичные. И очень интересные модели. Мой самый-самый любимый камень – аметист. Onlar özel mine işçiliği. Mine ne demek bilmiyorum da, özel boya yani böyle şey, seramik. Вот такие вот тоже интересные украшения с росписью внутри, с камнем. Это серебро. Для тех, кто любит что-то оригинальное, это просто очень интересные, красивые вещи. Есть такого же плана зеленое, изумруд. Аматист. Ну, 70 доллар. Такое кольцо стоит, например, 70 долларов. То есть, если вы любите какие-то такие интересные, оригинальные вещи, обратите внимание именно вот на такие. Даже элиши, özel, зиркон ve сары зиркондан. Из циркония и тоже серебра. Обратите внимание вот на такие вот интересные вещи. Ну и, конечно же, очень много стандартных вещей. Ну, скажем так, стандартных с камнями. Гюмюш ве? Гюмюш, зиркон. Серебро с цирконием. И посмотрите,
Какое разнообразие здесь есть форм, как с крупными камнями, так с мелкими. И вот такой вот... Циркон, siyah kaplama var üzerinde yine. Rodyum dediğimiz bir kaplama. Цирконий и серебро, покрытое радиумом. Вот такой вот, ну, конечно, это кольцо. Можно, кстати, уменьшить размер. Если, например, вот это вот кольцо мне большое, то в магазине могут уменьшить размер этого кольца. И посмотрите, как, казалось бы, такое вот, ну, странное кольцо, да, очень интересной формы и очень нарядное. Но если вы его наденете к какому-то повседневному костюму, ваш образ просто заиграет. Черный цирконий. Очень красивые вещи. Ой, потрясающе. К моему пальто прям подходит. И есть кольца поменьше. Например. Попроще, поменьше. Различные. Зирком, бо инджи. С жемчугом. Я очень люблю жемчугом. Жемчугом тоже очень такие красивые женственные вещи с различными камнями, форм. Ne kadar mesela bu yüzükler? Bunlar 30 dolardan başlamakta. 50 dolar arasında değişmektedir. Вот эти вот кольца, цены начинаются от 30 долларов и выше в зависимости от работы, от граммов и количества камней. Очень много разных вариантов. Ой, вот это вот очень красивое. Абсолютно. Выбор, конечно. Mağazamızda bayanlar için 10.000 adet ayrı 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 bayan yüzüğü var. 10.000 adet stoklarımız var orada. В магазине более 10 000 наименований колец и украшений для женщин. Bu da gümüş ve Bunlar gümüş ve beyaz altın kaplamalı. Это серебро, которое покрыто белым золотом. В этаж Şöyle mesela sirkon değil mi? Aha, sirkon. Bunda mesela kaplama yok. Az önce de anlatmıştım. Bunlarda özel beyaz altın kaplama var. Renk farkını buradan görebilir müşterilerimiz. Вы можете увидеть разницу в цвете. Bunlar altın işçiliğinde yapılmakta. Вы можете увидеть разницу в цвете. Это серебро, которое ничем не покрыто, а это серебро, которое покрыто непосредственно белым золотом. Burası altın bölümü. Bunlar özel bayan bileklikleri, el işi. Böyle. 14 ayar. Bunlar yine kolyelerimiz. Bu pırlanta kolye. Özel el yapımı. Bu inci kolyemiz. Bu da özel nazarlık. Nazarlık kolye. Yine isimli kolye. Atölyemizde yapılmış olan bir ürün. Bu da yine bizim atölyemizde yapılmış olan isimli kolye. Bunlar 14 ayar zirkon işlemeli bayan yüzüklerimiz. Tek taş yüzük. Bunlar yaklaşık 120 dolardan başlıyor. 200-220 dolar aralığında değişmektedir. Altının şu anki gramı 53 dolar olmakta. Tabii ki altın güncel değişmekte. Her gün değişik bir kur fiyatı çıkabiliyor. Şu anki altının gram fiyatı 53 dolar. Yarın gelirsiniz 50 dolar olur. Ertesi gün gelirsiniz 54 dolar olabilir. Yani değişmekte altının gramı. Bu dünya genelinde aynıdır. И одно из самых популярных колец в магазине это вот такое вот золотое кольцо с цирконием. Очень, кстати, красивое такое оригинальное. Сколько оно стоит? Bakalım. 2 gram geldi. Bu 2.05. Bu 2 gram 0.5 santim. Çarpı 55 dolar onun gramı. 112 dolar 75 sent yapıyor. Biz onu 110 dolara müşterimize veriyoruz. 110 dolarов kaç gram? 2.10 gram. 2 грамма 10 миллиграмм и вот такое вот кольцо 110 долларов. Ну и, конечно же, размер могут подогнать под ваш. И... Taşları zirkon, el takması, камни в этих кольцах – это цирконий. Они поставлены вручную, поэтому кто любит вот такие вот большие камни, также можно присмотреться. Золото, как есть желтое золото, белое золото. Вот также вот такое вот кольцо.
Желтое золото с камнями. Bu yaklaşık 11 gram geliyor. Одиннадцать грамм вот в этом вот браслете. Кажется, вот этот браслет таким массивным, но на самом деле он очень легкий, весит 11 грамм. И стоит $600. Очень тоже такие красивые, легкие, нежные вещи. Çok sağlam, şöyle de şey yapalım. Kendi yapımız onlar. Biz yapıyoruz. El işi. Ben korkuyorum. Çok da sert mi? Очень прочные вещи. Modelde herhangi bir deforme yok. Aynen. Когда вы делаете покупки в ювелирных магазинах, ну, в принципе, и в любых других магазинах, обращайте внимание, зарегистрирован ли магазин в одной из палат Алании, например, в торгово-промышленной палате, или, если это ювелирный магазин, в палате ювелиров. Обращайте внимание, есть ли у них сертификаты, работают ли они официально или нет. Ну и, конечно же, если это касается гарантий, всегда требуйте гарантию на тот товар, который вы покупаете. Не просто на словах, а гарантию, которая будет заполнена, на которой будет написана дата приобретения, что вы покупали. Ну и, конечно же, печать фирмы, у которой вы покупаете. Поэтому всегда, покупая какой-то товар, берите чеки и обязательно берите гарантию, если товар является гарантийным. Всегда узнавайте, сколько длится гарантия, когда она заканчивается, когда начинается. И все это должно быть обязательно прописано непосредственно в том чеке или в гарантии в бумажном виде, которую вы получите. Alanya Kuyumcular Odası'na bağlı olduğumuzu gösteren bir belgemiz. Bu da yine esnaf sanatkarlara bağlı olduğumuzu gösteren bir belge. Bu belgesi olan yerlerden alışveriş yapmak güvenlidir. Bunlara dikkat etmesi lazım müşterilerimizin. Bu sertifikamız aldığınız ürünün fiyatı, ayarı, ağırlığı ve aldığınız günün tarihi. Bunlar yazıldıktan sonra İş yerlerine ait böyle mühürler olması lazım. Buna yazdığımız zaman basit olur. Bu bizim iş yerimizin mühürü, imzamız. Ürünlerimizde deforme olur, taş düşüyor olur. Bunu bir sene firmamız adı altında garantilidir. Bir sene içerisinde getirdiğiniz takdirde ücretsiz tamirini, temizliğini, taş düşüğünü yapmaktayız. İlk aşama eritme işlemiyle başlıyoruz atölyede. Evde kullanmadığı gümüşleri arkadaşımızın. Bunları şimdi eritip bir güzel bir yüzük yapacağız bundan. Gümüşün ilk aşamasını geçtik. Şu an ikinci aşamasında makine işleminden geçecek eritmiş olduğumuz altın.
pasta parlamasını sağlar bunu. Onu sürmediğiniz takdirde böyle net parlaklık alamazsınız. Дорогие друзья, скажем большое спасибо Сердару Усте за то, что он сделал вот такое вот кольцо за буквально очень короткое время. И, кстати, это, в это кольцо можно вставить камень, можно сделать абсолютно любой формы, но вы это уже видели. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи собственного дизайна, вы можете принести их, и Сердар Уста сделает то, что вы пожелаете. Я надеюсь, что это видео вам было полезно и интересно. Мы показали вам различные варианты украшений из золота, серебра, но и самое главное, рассказали о ценах. Поэтому, когда вы будете в Алане, заглядывайте в этот магазинчик, выбирайте, смотрите, приценивайтесь, ну и, конечно же, создавайте свои собственные украшения. Мы приглашаем вас в магазин ювелирных украшений «Ишик». И, конечно же, в Аланию и в Турцию. Приезжайте, наслаждайтесь, делайте интересные, красивые и выгодные покупки, заглядывайте вот в такие маленькие магазинчики, в которых вы найдете действительно качественные вещи по приемлемым ценам. Поэтому на сегодня я с вами попрощаюсь. Всем всего хорошего, добро пожаловать в Аланию и в Турцию. Таш так мы шлеме. 3 таш так идем.